Самарские синхронистки соревнуются в грации и пластике. Открытый турнир проходит в эти дни в областной столице. Участницы со всего бывшего Союза, от Ташкента до Челябинска, доказали: русалки – это не сказка. Убедили и нашего корреспондента Татьяну Пудову. Плеск воды скрывает нервное напряжение. Это третий тур по синхронному плаванию «Самарская русалочка». Соревнуются 15 команд со всей России. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. К сожалению, в нашем регионе Самарском мало бассейнов, в котором могут заниматься дети. В частности, самой главной проблемой синхронного плавания в Самаре является отсутствие специализированного бассейна для синхронного плавания. Но спортсменки приходят в этот вид спорта, и первые мечты не золотые медали. Мне захотелось сначала плавать, потом я хотела чего-то красивого, мне хотелось там красоты какой-нибудь. Вот и я, меня мама отвела синхронное плавание. В этой борьбе мелочей не бывает. Судьи обращают внимание на все, в том числе и на музыку. Например, если под водой музыку совсем не слышно, можешь запомнить темп у нас, когда мы не под водой, и музыка в этом тоже помогает. Победители турнира определятся 15 марта. Осталось разыграть медали в соло, группах и комбинированном плавании. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии.